Успеть купить. Под таким девизом у большинства жителей Молдовы заканчивается каждый год. 30 и 31 декабря сети столичных супермаркетов переполнены. Продукты сметаются с прилавков за считанные часы, а в кассы выстраиваются километровые очереди. В период новогодних праздников продажи в супермаркетах вырастут вдвое, а наплыв людей в магазинах такой, что продавцы с ног сбиваются, чтобы всем угодить. Я сегодня не завтракала. Нет. И как в таком режиме работает? Ну так работаем, ну надо же, праздничные дни. Всех накормить надо, да? Ну конечно. Торты, шампанское, овощные консервации, мясо и кулинария – эти продукты популярнее всего в последние дни уходящего года. На праздничный стол люди готовы расщедриться, праздник-то один раз в год. Виталий вчера купил продукты по основному списку, сегодня докупает все остальное, по мелочи. Где-то 2-2,5, это так, я думаю, так получится. Да? Мясо, естественно, сыры, из сыров что-то покупаем. Ну, жена список делает, я покупаю. Праздничный стол наши граждане видят по-разному. Для одних он полный яств, другие предпочитают все делать скромненько, но со вкусом. Деликатесы будут, конечно. Икра будет, будет красная рыба, будет блюда необычные, какие-то закуски. Понимаете, на Новый год тратить это раз в год, так что не зря. 3 салата, там шашлык. Вы же не будете каждый день кушать шашлык? Я не трачу, не трачу много. Умеренно. Да. То есть не так, что там большой стол? Не. Я не любитель больших столов. В меру надо и кушать. Хотя я полненький, но в меру надо. А что берете? Что у вас? Рыбку сейчас возьму. Рыбку хорошую. И копченую, и соленую. В Молдове перед Новым годом, как и любым другим праздником, цены на продукты растут. Тем не менее, многие ритейлеры делают скидки на популярную продукцию. Ну, например, коньяк стоит 115, сейчас он 76 лей. Мандарины 19, сейчас 15 лей. Чем больше магазин, тем больше там очередь на кассе. Но предпраздничная суматоха кажется не такой уж изнурительной, когда знаешь, что праздник уже близко. Если вам еще нужно что-то докупить к новогоднему столу, не волнуйтесь, ряд столичных супермаркетов будет работать 30 декабря до 24:00, а 31 до 22. 1 января, однако, большинство магазинов будут закрыты. Что поделать, праздник он для всех. С наступающим Новым годом! Дарья Букатарь, Дина Мижа, Первый в Молдове.